Телеграм-канал администрации Самарского района сообщает, что департамент опеки, попечительства и соцподдержки в соответствии с постановлением главы городского округа Самара предоставляет ежемесячную денежную выплату на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории областного центра. Постановлением администрации Самары установлены ограничения на тарифы по коммунальным услугам для расчета ежемесячной денежной выплаты с 01.07.2022. В Самарском районе для предоставления этой услуги граждане могут обращаться в филиалы МФЦ, а также в Центральный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населению по адресу улица Никитинская, 79. Уточнить информацию можно по телефонам, указанным на экране. Администрация Советского района в телеграм-канале рассказывает, что в Центральной детской библиотеке прошло торжественное мероприятие в честь Дня волонтера в России. Светлана Симонова, руководитель волонтерского объединения «Вторсырье на благотворительность», рассказала об экологии и успехах центра, о планах и перспективах развития. Андрей Шарафутдинов, руководитель волонтерского центра Самарского государственного экономического университета, рассказал о неделе добровольчества в университете. Максим Пименов, активист местного штаба Советского района, поделился впечатлениями о гуманитарной миссии в ДНР. Лучших волонтеров Советского района наградили благодарственными письмами. Ленинский район сообщает, что сегодня на внутриквартальной территории улиц Мичурина и Клинической прошел средник и выкладывает подтверждающие фотографии. Уборка проводилась силами застройщика, МБУ «Сахтоп», сотрудниками ресурсоснабжающей организации и представителями близлежащих магазинов. Администрация промышленного района Самары рассказывает о новой российской соцсети. Она называется «Луки», и в ней будут доступны такие функции, как посты, сторис, фото и видеоредактор, фильтры, хэштеги, комментарии и директ. После регистрации пользователь может синхронизировать аккаунт в «Луки» с существующим профилем в другой соцсети и перенести никнейм, фотографию профиля, посты, подписки и подписчиков. Соцсеть разработала российская команда под руководством Егора Яковлева, который известен как основатель стриминговых сервисов и создатель российского интернет-форума. We'll be right back.